Георгий, Париж. Мы это вместо. Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала Trade Life Simulator. Почему, собственно говоря, этот? Потому что они тут добавили всякой всячины. А именно добавили непосредственно новый язык, ну, правда, арабский. Значит, новый спорткар они добавили, хотя я думаю, зачем? Ну, типа, наверное, скорее всего, чтобы был, да, чтобы не на такой развалюхе, а типа, если кто-то на крутой хочет кататься, погонять, то вот будет такая вот штукенца. Дальше, значит, в игру добавили на рейтинг, нового магазина снижается, а магазин животных появился, новая ферма появилась, которую можно купить. Цвет и название вывески можно поменять. В общем, можно автоматически настройку поставить, закрытие, открытие. В общем, игры улучшена функционал, транспортных средств, в общем, и так далее и тому подобное. В общем, такой довольно-таки, ну, внушительный список. Я решил, ну, коли так они уж добавили много чего, так что давайте, так сказать, пройдемся и посмотрим. Ну и заодно непосредственно посмотрим на наш магазин, как вообще он там. Давно я не был, я уже не помню, что там существовало. Да, вот, выносливость добавлена еще. Видите, шкала появилась с правой стороны. Вверху шкала появилась, слева появилась. Видите, звездочка, это рейтинг нашего магазина. Не знаю, опять же, нафига дом, когда и, да, нельзя вообще ничего построить. Ну, опять же, да, игра, посмотрим, будет развиваться, будет все это, так сказать, делаться, и посмотрим, может быть, конечно, действительно, они там что-то добавят еще, как бы, может, будет контактировать. Ну, во всяком случае, контактов пока нет. Да, не могу выйти во двор, почему, не знаю, видите, там он. За качельки, ну, странно, почему я не могу выйти за двор. А, как видите, опять же, здесь ничего нельзя взять, ничего нельзя при. Слушайте, было бы прикольно, если бы можно было, да, самому готовить там. Да, в общем, такое, как это, перерос бы, ну, в какой-нибудь шеф-повара, да. Опять же, да, где-то мы. Вот я бы не выбрал вот этот тупик. Зачем? Почему в тупике? Понятно, ладно, погнали. Да, переработана якобы физика машины. Ну, если честно говоря, это. Не знаю. Где тут ферма? А, вон она, ферма. Да, и постоянно теперь на Escape. Да, и на Escape теперь игра становится на паузу. Но с другой стороны. Конечно, хороша. А, дождик, видите, можно дождик отключить, не отключить. В общем, масштаб экрана. В общем, такое. Ну, с другой стороны, я говорю, если она на паузу встает, ну, в принципе, может быть, да, прикольно. Хотя, не помню, чтобы она у нас как-то мешало, а с другой стороны, да, физика, конечно, ну, все равно не ахти. Переработанные NPC-шки вот те, которые ходят. И почему-то, знаете, когда вот выходишь из машины, почему-то вот так вот встаешь. Почему не вот так? А? Ну или хотя бы как-то, ну, неудобно, я говорю, вот. Да. И давайте посмотрим. Откроем магазинчик наш уже, так сказать. Вот я тут сахар, макарошки. В общем, я тут еще за кадром как-то побегал, поиграл. Тут, видите, подзакупил банок всяких. Да, раскладка, конечно. Ну, так себе. Ешь ее. Кофе. А, кофе. Ой, блин, кофе. Кофе. Да, и теперь еще, знаете, какую штуку они тут у меня заморочены? Так, сейчас мы. Требуется холодильник. Вот. Я его купил, он не требовал. Это йогурт. Они его поправили, и теперь он требует
холодильника. Ну, что само собой разумеется, да. Странно, что было до этого йогурт без холодильника. И добавили еще что-то какое-то где-то. Не помню, в общем. В общем, вложил я деньги, и я чувствую, что жопа придет. Да, рейтинг снижается, кстати говоря, снижается за счет того, что если нет какого-то товара, рейтинг уменьшается, так что имейте в виду. А дальше, эти нового молока и там, скорее всего, рейтинг. Вот непонятно почему, вот почему на Escape сделать закрытие меню, непонятно. Да, давайте автоматическую сделаем оплату счетов. Open Shop, допустим, 7, да, и автоматическое закрытие магазина, когда нет, наверное, скорее всего, нет продавца, но вот что-то не убедилось. Странно. Нанять еще второе. Вот, купить ферму. Видите, 3500. Это ж сколько надо, блин, некоторые бабай копить. Ну ладно. Ферму мы, кстати говоря, купим. Вот, знаете, зараза, вот закон подлости. Только я сел и записывать, и тут же начали что-то там посверливать. Поехали, посмотрим, что же там за ферма. И, так, я надеюсь, это не слышно. Там вроде бы тихо что-то подсверливает. Так, и поехали, поехали, поехали. Посмотрим, что за ферма. И вообще, почему здесь вот стоят... какие-то непонятные войска. Так, это у нас... А, вот они. Вот она у нас ферма. Хотя странно, что она... Коровка. 500. Здесь мы коров, овец можем покупать. Слушайте, прикольно. Курица 50 баксов. Может... Слушайте, не... Тут эти вот эти... Блин, конечно, жители меня удручают. То есть такое ощущение, что здесь город близнецов. Вот. Это меня немножко... Мне страшноватненько, страшноватненько. Так, а где я? Вот, вот здесь вот, да. А вот что вот это за... За ручка? Ручка... А, вот на ферма. Слушайте, давайте. То есть здесь мы, получается, животных покупаем. Да. Дальше. Тарарарам, парарам. О, мне $300. 300, видите, по зарплате еще надо выплатить нашему. Но это чуть попозже, да. Вот мне интересно, что за... Ага, так, блин, да вот как на Escape нехорошо нажимать. Точнее, не жмется на Escape. Так. Трейдинг. Трейдинг компания это речная, да. Нет. Давайте разворачиваемся. Можем вот так вот проехать или. Я как-то там пытался через курсы проехать и в один момент врезался. Да, видите? Вау. Не любит она вот такие вот сокращения. Я говорю, игра, конечно. Да, вот, кстати, шопкар. Вот куда. Я, по-моему, не помню, показывал я, не показывал. Ну, в общем, здесь... Вот, есть подобрать, да? Вот такой вот есть пикапчик. Грузовой. Скутер. Можно на скутере покататься. И спортивный автомобиль. Я вообще, конечно, вот такой пикапчик бы взял бы. Довольно прикольненький. А, автоматический электроник, да, не может быть. Выполнено, потому что деньги на карточке нет. Ну, это... Ну, а что поделать? Ой-ой-ой. А то я сейчас врежусь, и он мне там придет. Вот этот, скорее всего, пикап, да? Да, мы, скорее всего, возьмем. Здесь еще плюс уведомление выскакивает о том, что заканчивается топливо. Это вот что очень хорошо, если в машине заканчивается топливо, потому что до этого никак нельзя было определить. Ёпперс, это я опять что-нибудь на...
Ох, мудреная здесь дорога. Хоть бы, я говорю, указатели были или напрямки можно как-то было пройти, либо проехать. Так, поехали на ферму, съедем. 3500. Ну, в общем-то, 3500 можно копить, тем более, если хорошо так открыться. Да, и я вот не понимаю, что мы будем здесь. Здесь мы будем спать, я так понимаю, да? Это вода. Ага, вода, что-нибудь еще. И вот она. А, ну и ферма, я типа что. А, слушайте, это вот там вот. А это там вот речной? Да, вот морской, это еще порт, да? А вот. Что за трейдинг? Ладно. А, и вафли, кстати, да, я забыл, еще вафли, по-моему, стали требоваться. Холодильник, что мне. Ну, не то, что мне нравится, но. Почему было изначально не сделано? Ладно, бог с ним. Ну, тем более, да, на раннем доступе. Уж как говорится, спишем на погрешности раннего доступа. Так, надо запомнить, здесь у нас машинки продают, и здесь у нас непосредственно есть. Подождите, а я думал, что это речной порт. Вот такой я вот. Нет, не могу. Жаль. Так, а сколько там нужно? Вот опять же, видите, вот выходишь и неудобно. Приходится все время разворачивать. 7000. Financial Stock Not Rain Company. Ладно. И давайте сгоняем. Да, пойдемте что-нибудь накупим, потому что есть 600. Да, еще мне тут кто-то очень писали, что можно на крышу машины ставить. Я-то все время внутрь туда ставил. Вот. А оказывается, можно еще на крышу машины поставить, то можно было еще больше возить. Вот. Но если честно, это немножечко все-таки неправильно, потому что у машины нету так называемого какого-то багажника, да, и как-то. Я сейчас положу. Еще вот этот вот момент меня чего удручает, это то, что сначала в банк нужно положить, потом из банка на это. В общем, какая-то, ну, лажа, если честно. Давайте, я не знаю, ну. Ой, нет, 300, 400. Чего? Из банка. А, из банка на карту, из карты. А, все, я понял. То есть это то, что снимать можно. А, ладно, тогда пусть чуть-чуть помигает. Высокая, вот, цена. Смотрите, видите, хорошая цена. Хорошая. Я не понимаю, а вот в чем разница? Что значит высокая? Нормально про 77. А, теперь слушайте, видите, теперь цены могут плавать. То есть выше, ниже. Да, то есть в зависимости какой день, мы можем либо по дорогой цене купить, либо подождать. Но опять же, видите, хорошая цена. Да. Но непонятно, за сколько мы вот сейчас купим это? За 10 или за 9? За 9. То есть у нас получается current price. А, нормальный прайс 10, а current это то, что мы сейчас покупать можем. Слушайте, прикольненько. Прикольненько, прикольненько. Сейчас мы тогда с вами накупим. Да, этот мы тоже берем. Тем более чипсы у меня, кстати, наши вот эти вот заканчивают. Высокое. Не хочу высокую. Я хочу низенькую. Так, хорошая цена. Ну, макарошки у нас есть, соль есть. Вот шоколад.
Шоколад, конечно, хорошая цена. О, кукурузные хлопья. Я их никогда, кстати, не брал. Давайте еще кукурузных захватим. Что у нас будет? Отбеливатель давайте захватим. Блин, вот это. И что еще у нас тут? Не помню, кеш. Слушайте, но... X-файлы. Стиральный порошок. Ну давайте стиральный порошок. В общем, сейчас наберем. Да, вот этих банок я почти все купил. Ну, можно еще вот это. А, нет, 60. А вот с другой стороны, да? Если это что, получается каждый раз приезжать сюда. Ну, это не самый лучший способ. Да, молоко. Морепродукты, пицца с овощами. А вот кексы тоже туда же. Вот яйца еще поправили, да. А раньше яйца можно было ставить просто на полке, они лежали. Теперь можно, нужно именно в холодильнике держать. Хотя, слушайте, я не помню, вот в обычном магазине у нас, блин, да чтоб ты сгорела. Знаете, вот помахнешься и... я не помню, в реальном магазине у нас вообще, по-моему, яйца не в холодильнике. Или в холодильнике держатся. Я уж давно как-то яйца не покупал. Ну, а вы напишите в комментах, где вообще у нас яйца держатся. Так. Да, все-таки надо брать пикап. Потому что вот, ну, о, понимаете, ну такой открытый, да, вот что-то такое. Ну и вон, видите, коробка, да, вот. Нету, к сожалению, нет физики, вот это меня немножко удручает в этой игре. Вообще, в реальности эта пачка должна давно упала бы, рассыпалась, я не знаю, там, с крыши бы давно упала. Вон рейтинг, смотрите, как на дрожжах растет. А, яйца, блин. Ну, яйца можно и так заказать. Вообще, в магазин ездить смысла нет. Это я так уж приехал, поскольку был рядышком. А по большому счету, все сейчас вот через ноутбук. Я просто подхожу, заказываю. Единственное, что, да, мне не перевели. Не перевели, и вот это меня тоже немножко... огорчает, поскольку когда в ноуте пытаешься заказать, а там не переведено, и бывает, что закажешь что-то, что потом портится. Ну, не, мэт это мясо, да, там, там еще какие-нибудь штуки, я там часть знаю английского, вот, по словам, словечки, но не все, поэтому особенно всякие отбеливатели, еще какую-нибудь фигню. Так, куда бы тебя... Это что вообще такое? А, хлопья, слушайте, хлопья, давайте. Да, кто-то скажет, ну, что-то так выставил, надо там аккуратно. Знаете, хотел аккуратно, но тут, видите, такая вещь, что... С одной стороны хочется, а с другой стороны немножко нудноватенько. Да. Ну, видите, тут еще, вот вроде же, вроде бы же она стояла, да? А нет, вот приходится вот такая вот такой херню. Так, кукурузные хлопья, ну давайте кукурузные. Много-много вообще товара завезли, и я много еще потерял денег. Вот в чем дело, потому что, как я говорил, начинаешь. Оп. Так, а что ты? Заказывать. А заказываешь, например, то, что требует холодильник. И все. И жопа. Ну. И что потом происходит? А то, что все портится. И в минус уходишь, да.
Минус уходит. Ой, блин, не то. А, у нас отбелителя много. Но с другой стороны, а чё ж нет, да, чё не взять? Ну тоже убираешь коробку и ничего не падает, да? Вот, ну согласитесь, не очень. И почему коробки вот эти большие, а когда привозят на заказ, они маленькие? Да. Но я потом со временем можно будет поставить, знаете, здесь такие стеллажи поставить, которые, где будут коробки, чисто коробки хранятся. Вот, и это, скорее всего, будет вот на таких вот больших стеллажах. Возможно, даже, наверное, мы, знаете, как сделаем? Вот сюда поставим вот такие большие стеллажи, здесь будут коробки стоять. Вот, а потом уже сюда будем с коробкой заходить, здесь будут полки стоять, и уже на полке просто расставлять будем. Вот, так что, как говорится, да, подписывайтесь, там, не переключайтесь, да, как всегда, как обычно, так что... будет занимательно, тем более если игра будет развиваться, то я с удовольствием за ней понаблюдаю. Я вообще наблюдаю там, когда приходит вот эти вот обновы, я такой, опа, о, интересненько. Да, еще, кстати, да, у нас сейчас еще, ух ты ж, я просто, нам еще за электричество счет с карточки сняли где-то здесь. Говорили, что есть, да, тележки вот такие вот. Я, правда, не знаю, зачем они. Пикард. Пикард. Но Пикард это, скорее всего... Сколько это стоит? 150? Слушайте, надо накопить. Надо накопить... А где ты магазин животных? Животные. Так, мебель. Да, еще переработали какую-то фигню с мебельным. Ну, кстати, с мебелью. А вот это что? Это стоянка, по-моему, да? Да. Где-то же, вот сказали же, что будет Animal, точнее не Animal, а... Машинки, да? И вот, кстати, мы говорим, животных, может быть... О, видите? Ниндзя, ёптать! Такой хренакс когда-то стало. Да, еще. А у нас вот здесь вот аптека, и я все думаю, за нахрена эта аптека нужна. Оказывается, если будем голодать, ну в общем грязь там слякать и так далее, у нас потом можем заболеть, и я не знаю, что случится, по крайней мере умереть мы не умрем, а вот бегать, наверное, прыгать мы что-то не сможем, да? Да, что-то я как-то... Еще заедем в кафешку, потому что они что-то в кафешке еще там переработали. Но это, наверное, скорее всего, уже после закрытия магазина. А вот что ты не закрываешь? Я же поставил... Когда нет, ну... Ну, в общем, хз, что он не хочет. Так, где-то же. О, закрылись, да? Это смартфоны. А, это вот, что-то будет делаться, слушайте, вон, видите? Там, значит, строительство идет. Ну, то есть разработчик, скорее всего, что-то добавит. Не знаю, почему нету магазина. А, животные, ёпт, это вот это магазин животных. А я думал, знаете, это магазин животных, это, ну, дико, или для животных, в общем, корма, что-нибудь такое, знаете, я думал, что мы можем там его купить, либо
Ну, как-то там, да, у нас будет два магазина вместо одного. А вот интересно, давайте оставим открытые вот. Мне просто самому интересно, что будет, он закроется или не закроется, когда мы проснемся завтра. Так, а ну погнали. Еще я хотел посмотреть. Что-то я хотел посмотреть. А, в этот, сходить в кафешку. Они там поменяли, как, опять же, разработчик писал в обновлении, они там что-то изменили. Ну, не, я надеюсь, что все-таки будет. Вот эти двери почему-то. Хотя я вроде бы ее не помню. По-моему, я, не, да, я ее вообще открытой оставил. Да? При этом она взяла и все равно осталось. Так. Ой-ой-ой, подождите секундочку. Ой-ой-ой, игра, ты что сделала? Она взяла, зараза, и... Да. Да, хотел скриншот сделать, а почему-то взяла им. Я свернулась, развернулась. О, уже магазин работает. Слушайте, прикольно. Ну да, вот может быть это и прикольно того, что автоматически сразу раз. Открылся, закрылся, да, что не ждут, пока мы приедем. Что естественно, да, что если продавец пришел, хотя с другой стороны, ну да, продавец он может открыть, да, если у него дали полномочия, сказали, открывай. Ну, у него же есть ключи от магазина, да? Зашел, попил там кофе, да, посидел, чем для лета поля там, потом раз открыл, да, часов 7 или 8. Кстати говоря, можно и 8. Можно вообще на 6 часов или нет, или там нет, по-моему. Канализация, что ли, или странный звук такой. Так, ну что они тут, да, видите, но ну, это скорее всего должны все-таки ходить. Странно, что валяются эти, должны вообще ходить NPC кушать, да, здесь как-то, ну, жизнь такая странная здесь. Так, что у нас есть? Пицца 65, да? Бургер. А. Ну, картинки, конечно. Так себе. Ну, давайте пиццу съедим. Вот, да, я не могу понять, почему нельзя купить за по карточке. Ну, что за дебильство, да? То есть мне, я должен сначала положить на карточку, потом с карточки сейчас идти с ним снять с карточки. То, после этого только прийти, пока здесь заплатить. Да? Ну, у меня он на карточке 75, почему я карточки не могу оплатить? Да не важно, подходишь, говоришь пиццу, да, и снимаются деньги оттуда, или тебе на выбор дается, откуда ты хочешь снять. Либо автоматом там, ну, есть на карте, значит с карты, есть на... Вот, видите, сейчас вот нормально все стало. Открылась. Очень странная, очень странная. О, 800. А. Так, что? А, я хотел непосредственно. Чего что-то? Ну, ладно. Так, изменить название. О, давайте изменим. Да. Вот так вот я сейчас сделаю. Да, так вот. Ну-ка, посмотрим. И вот
А, вот, да, вот здесь вот раньше, или здесь, или... Да, по-моему, здесь вот стояли корзинки вот эти вот, скорее всего, да. Давайте корзиночку купим. Ну-ка, как у нас теперь? О, блин, ну, конечно. Да. Написать-то я написал на русском, а он... Эх. Не захотел. Ну, пусть будет так. Чё гудишь? Ты кто? И что с вами с текстурами? Голоден. А, я голоден. Блин, я все время. Да, я все забываю, что я не купил, почему там. А, слушайте, раньше пополняло очень много. Очень сразу резко так, знаешь, вот один раз съедалось и сразу же почти этот. И опять же, вот почему кофе не убрали внутрь туда? А вон они, кстати, вон они корзинки, а почему? Почему им никто не пользуется? Ладно. Дайте. Я не знаю, зачем она нужна. Люди появляются просто из ниоткуда. Что-то сразу берут, покупают, при этом же ничего не делают. Да мне кажется, вот этот забекар, это скорее всего тележка, на которой мы возим, а не вот эта телега. Да, что-то у меня как-то... Я вот как раз же здесь-то и покупал, да, вот это, помните? Такая железная. Ну да. В общем, да, в общем, пока не смотришь на этих чудил жителей, они тут такое вытворяют. О, мастер, ну, ах, не поясни. Ну ладно, супермаркет мастер, конечно. Ну, будет так вот. Ну, что так, да. Что так, что я так. Все равно правильно. Так, что у нас здесь есть? На продажу какие файлы, это у меня, это у нас, ну ставься, это есть, да, это можем, кстати, сюда выложить. Ну, знаете, это такое ощущение, что это жизнь не торговца, а жизнь вот есть такая профессия в этом, в универмагах, когда следят за вот эти вот, как выставлено, да, чтобы сами там выставлять, там и так далее, и так далее. Вот. Что-то типа это. А вот йогурт, кстати говоря, по-моему, да, йогурт у нас испортится. Но можно пока их, знаете что, не вы... А, ну тут у нас два осталось только. Ну, я надеюсь, они купят их. Да, не хотелось, чтобы это все попортилось. Кешью, да, иди-ка сюда. Мы тебя сейчас... Видишь, как они материализовались. Да, если разработчик сделает так, чтобы они ходили к магазину, выбирали, сами приносили товар, да, кстати, это было, блин, интересно. Ну, визуально было бы интересно. Так, подгузники у нас есть. Так, ткань у нас есть. Отбеливатель, по-моему, был. А, S и S, да. Блин, я что, две коробки отбелителей купил. Медоумягчитель. Мягчитель. С мягчителем у нас
Пока проблемка. Его не осталось. Слушайте, раскупили с химиум, блин. Надо спреи всякие. О, слушайте. Давайте. Давайте купим. Ну, вот видите, опять же, на английском. Ну, какого? А, нету денег. Блин. Вот так вот. Вот так вот, видите. Нету денег. Вот, видите, теперь за жалюзи автоматически открываются, открываются. В общем, вот такая вот, да. Но зато вот грузовики всякие появились, там еще что-то появилось. Так, ну не, прикольно. Ну, игра во всяком случае развивается. Это очень классно, что разработчик за этим, ну, не забрасывает это дело. Вообще у разработчика несколько проектов. У него вот этот магазин, потом магазин, говорю, ну, жизнь, да, этого торговца. Потом есть жизнь пекаря. Даже я сказал, жизнь булочника, вот, потому что там выпекаешь хлеб или, ну, в общем, короче, нет, булочная, булочная, тоже такой же магазин, только здесь супермаркет, а там хлебобулочные изделия всякие разные, там пирожки, пирожки, пироги, хлеб, булка, в общем, такие. Да, я что не купил. А, я не купил. Окей. Странно. А, вот яйца, кстати, будет написано, что да, требуется холодильник. Опять же, вот этот висячий товар почему-то. А, ты покупаешь. Что не очень. Смотрится, да, смотрится, конечно, это очень интересненько. Так, блин, это что, опять гнать? Ну давайте погнали. Итак, ну что ж, давайте затариваться. Да, я единственное, что, наверное, скорее всего. Ох, ни хрена, слушайте, на 20. Да, реально, реально ценники стали туда-сюда варьироваться. Это прикольно. Да, шампунька мы. Потому что приезжаешь и не знаешь, насколько это. И, да, давайте тогда две упаковочки. Две шампуни мы две возьмем. Сколько у нас там? О, я что-то. А, стиральный порошок не взял, что ли. Собака. Я помню, что я его купил. Да, это, кстати, берем. Но коробки можно поставить только у себя там, где пассажирское сиденье, потому что. Ну и водительское. Там они выпирает коробка, когда багажник складываешь, и на то место нельзя поставить. Так, что у нас еще есть? Кетчуп, кстати говоря, нужен кетчуп. Ну, да. Сейчас будем вообще затариваться, будем очень хорошо, потому что мне нужна еще стойка. Ну, я надеюсь, что тут. Да, все забрали. Мяско, да, возьмем высокое. Ох, не, я не хочу такую. Арбуз. Нафиг, нафиг. Бананы. Слушайте. Ой. А вот интересно. А насколько мы про. Вот они хорошо пишут высокое. Мы меньше прибыль получим? Или вообще в убыток будем? Да, вот как-то вот непонятно мне вот этот момент. Еще мы сейчас купим с вами холодильник. Поедем. Он стоит 750. Поэтому если мы возьмем за. Так, возьмем, знаете что? А, возьмем.
Вот они очень хотят ведро для мороженого, очень всегда просят. Им... Давайте, да. И, пожалуй, все. Так, все укладываем. Да, пока мы не будем... Блин, это чтоб тебя скребаные... Все время забываю, что не F надо, просто мышкой, да. А вот было бы прикольно, да, если бы все это физика была. Так вот, убрал нижнюю коробку, у тебя так хрен все бы рушится. И, естественно, если это какое-нибудь стекло, то оно вдребезги было бы. Вот это было бы шикарно. Да, и поедем сейчас, наверное, с вами... А, нет, подождите. Давайте что-нибудь еще такого не очень дорогое возьмем. Ну, 37, это у нас получается где-то 760, да? Отлично, все. Вот это берем, вот, видите, вот сюда уже... А, нет, слушайте, можно поставить... А, раньше нельзя было, ладно. Тогда зачем пикап мне, да? А, то есть я не могу теперь увести, что ли? А, масло. Масло. Блин, масло 0 и... Ну, зашиби. Ты жопа. Да. Блин, а масло, масло. А масло у нас, по-моему, где-то... Вот оно. Ёкин-макарёк. Ну давайте я сейчас бегаю туда. И вот смотрите, я вот, например, хочу бегом, да, вот бегу пешком, хочу сократить. Ну, я же могу, да, по идее, бегать. Вот видите, почему разработчик так сделал? А можно было бы, например, прописать, ну, например, прописать, что машина, ну, нельзя, например, да, а вот человек, ну, пешком-то же можно было бы пробежать, ну, дать возможность все-таки сократить пути, а не бегать вот эти вот окольными путями по дорогам. Странновато.